Продолжаем исследовать ответ на вопрос «Кто я?». Года 3-4 назад я услышала про дизайн человека, и меня заинтересовало это, но я не сразу пошла и посерчила, нашла в Google, что это такое, но я видела, у меня в голове сидел дизайн человека. Надо интересненькое что-то, надо посмотреть. И 3 года назад, наверное, да, я уже в эксперименте, это называется в эксперименте, когда ты уже узнал свой дизайн и вроде как стараешься обращать внимание, как ты живешь, стараешься жить по дизайну. Дизайн человека – это такая система. Почему мне она стала интересна? Она связана с датой времени именно моего рождения. Это не какие-то гипотезы, теории, проверенные в экспериментах, статистически подогнаны под чье-то мнение. А это как бы сухая дата, такая, цифры. То есть вот я родилась именно тогда. И в каком положении именно на тот момент были звезды, я сейчас не буду говорить про нейтрино-частицы, там интересно очень, теория тоже объясняется, как почему именно вот так вот дизайн возник, как система. Но она связана со многими другими системами: Каббала, книга перемен, астрология, что там еще было, вот эти я могу вспомнить. То есть она такая интегрированная система знаний, более древних знаний со всего мира. В удобной презентации вот этот бодиграф с центрами, чакры, да, 7 чакр, ну, центров 9, раньше было 7 центров, сейчас 9 в бодиграфе. Для меня это очень удобный инструмент, на который можно опереться, исследуя вопрос «Кто я?». Это не тест личности, когда вы сами отвечаете на вопросы, и в разный период времени жизни вы по-разному отвечаете на вопросы, и личность меняется, и это окей, это нормально, да? Вы никогда не узнаете вот базовые настройки, как я называю. Дизайн человека – это базовые настройки, это потенциал. Они могут быть не развиты, эти особенности. Могут быть забиты, могут быть вообще не исследованы, потому что мы не знали раньше. И для меня это было очень интересное знание, открытие для себя, что я вот такая вот по дизайну человека. И мне интересно исследовать. И поэтому называется быть в эксперименте. Люди, которые узнают свой дизайн, они стараются жить по дизайну и экспериментировать. А правда, если я буду вот это делать, как там написано, я буду более счастливо жить, более быстро продвигаться к своим целям, с меньшими конфликтами с окружающими. Во всяком случае, даже если вы в чем-то сомневаетесь, просто прочитать и попробовать хоть немножко разобраться и попробовать поэкспериментировать с этим, это уже будет и интересно, и вы обращаете внимание на себя, что придает самоуверенности, что придает какого-то интереса в своей жизни, особенно для тех, сейчас время такое, ну, как бы всегда было время, тоже хочу поговорить про это. Ну, сейчас считается тяжелое время, и поэтому для тех, кто, может быть, немножко потерял себя, самое лучшее вот во время неопределенности, вот не знаешь, что делать, вот что-то там рушится вокруг, вот обрати внимание на себя, поисследуй. Во-первых, оно успокоит тебя, придаст какую-то основу и придаст интерес жизни. Ну и ты получишь новое знание, которое реально можно применить. И ответ на вопрос «Кто я?» будет интереснее и сочнее. И будет какая-то основа, основанная на дате рождения и времени.